Всем привет, кто смотрит мое видео на канале Здорового питания. В жаркую летнюю пору я представляю вам сыроедческое мороженое из банана с малиной. Чтобы его приготовить, понадобится 200 грамм малины, 2 банана и 100 мл кокосового молока. Малину и нарезанные бананы предварительно необходимо заморозить. Затем замороженные фрукты и ягоды отправляются в чашу блендера вместе с кокосовым молоком. Малину можно немного оставить, чтобы мороженое было с целыми ягодами. Все затем необходимо измельчить до однородной массы. После чего перелить в стеклянную посуду добавить оставшуюся малину, перемешать, зафальцевать и отправить в морозилку на 8 часов. Каждый час-полтора при замораживании массу необходимо перемешивать, чтобы не было кристаллизации. Готовое мороженое можно подать, как пожелает ваша фантазия. Всем, кому понравилось это видео, жмите палец вверх, подписывайтесь, делитесь с друзьями, пробуйте приготовить такое простое мороженое сами. Приятного аппетита и до скорых встреч в новом моем видео!